Давно я ничего не строил, и тут, смотрите, я нашел какой-то тайкунчик, который мне пока непонятный. Какие-то тут штучки, какие-то тут штучки, какие-то тут. Нажать сюда, нажал, и что? Что произошло? Непонятно, у меня 0 денег, x1. Так, что тут? Ничего не понятно, что тут за ванна какая-то, ванна... А, вот, зеленая кнопочка, халява, халява. Нажимаем и... Что происходит? Ничего не происходит. Так, нажимаем сюда, нажимаем сюда. Ничего не понятно, ребята, ничего не понятно. Надо разбираться, короче. Здесь вот что-то... Это... О, давайте нажму вот эту кнопочку. Так, есть, одну кнопочку я нажал. Что-то теперь будет, теперь вторую. Ага, $10 надо. Здесь $100, 200, $500. Так, что происходит? Смотрим. Это 20 рубаксов. Ой, $20. Чё-чё-чё-чё-чё-чё. Непонятно. Ой, смотрите, тут какие-то мыши. Мыши валяются, мертвые, они не ползают, они дохлые. Дохлые. О! Я их собрал, так. Вот, из помойки лезут мыши, ребят, смотрите, вот они прямо из помойки вываливаются, я их подбираю. Не понимаю, почему я что, их буду есть, что ли? Жарить? Жареных мышей надо? Что вообще тут происходит? Может, их надо отмыть, потом пожарить? Давайте проверим. Вот, что-то я сделал. Вот они вываливаются сюда, эти мыши. Так, теперь здесь надо нажать кнопочку, наверное. У меня $10! Есть! Я наконец-то заработал деньги, но пока не понял, что происходит. Партия номер 2. Так, что-то я увеличил. Что увеличил, пока непонятно. Пойду опять соберу мышей. Так, а здесь что, я сейчас соберу? Не, ничего не произошло. Ладно, соберу. Ой-ой-ой, сколько уже мышей. И, наверное, может так, за нее один. А, партия 2, это значит, у меня уже две вот таких штуки, которые производят мышей. Очень интересно. Так, я сюда заберусь, и тут просто стена. Видимо, здесь будет второй этаж. Друзья, поддержите меня, поставьте лайк под этим видео, это очень важно. А я сейчас соберу мышей, пойду их помою. Для чего-то же там мойка есть. А это что такое? Это... А это за рубаксы. А это что такое? Это тоже за рубаксы. Выкидываю мышей сюда. Надеюсь, всех выкинул. Да, вот, 21 мышь закинул. Теперь их моет и транспортирует сюда. Мне нужно для следующего апгрейда $20. Потом 30, 40, 50... Очень интересно, так забираем. $26 и покупаю вот это. Пу-бум! Да, ребятки, у меня теперь три мусорки. Три мусорки. Сейчас соберу мышей. Вот здесь они лежат. И отнесу их помыться. Мыши моются. Отлично, здесь что-то происходит. Не знаю, что происходит. Мне надо за $20 купить вот это вот. Бам! Это что такое? Может, теперь скорость мытья увеличилась, а? Наверное, моются теперь они быстрее. Так, получается, я здесь собираю мертвых мышей. Потом их перетаскиваю в мойку. Их вот как следует моет. И за каждую дают мне $2. Так, здесь за $50 я сейчас опять апгрейд сделаю. Сейчас мы это сделаем. Всего за $50. Так, собираю опять мертвых мышей. Опять несу их сюда, вот в мойку. И покупаю за $50 вот это. Бомс! Смотрим, было плюс $2. А, так и есть плюс $2. Наверное, скорость увеличилась. Окей. Так, ну что, нужно делать апгрейд крысиных хвостиков, или как это называется. Вот здесь вот нужно $30. Собираю $30 и нажимаю кнопочку. Пойдемте посмотрим, что у меня там производится. У меня появилось что-то белые мыши с красными глазами, или это кошки? Похоже на кошек. Хотя, наверное, все-таки это мыши. Смотрите, сколько трупиков соберу. Сколько их много. Здесь вон осталось 4 всего. Хоп, загрузили. Очень интересно. $52, здесь 200. Следующий апгрейд 200, но мы сначала сделаем апгрейд здесь за 40. Бумс. Потом подходим сюда, собираем целую толпу белых и темных и серых мышей. Опять относим их в кран. И так как у меня уже сейчас накопится $50, я закончу первый ряд, ребятки. Первый ряд закончен. У-у-у! Сейчас были белые мыши, а следующие за $100. Наверное, будет что-то другое. Очень интересно. Смотрите, теперь уже много белых мышей сыпется. Много серых мышей. И, наверное, построится второй... Вот сколько трупиков. Я собираю трупики мышей из мусорки. Сдаю их на конвейер.
И конвейер производит в большом количестве мне деньги. Еще белые мыши, еще серые мыши. Сейчас у меня будет $100, и я покупаю новую штуку. Та-дам! Второй этаж, ребятки! Сейчас загружу свой завод по отмыванию мышей и схожу наверх. Вот, смотрите, это что? Это маленькая розовенькая мышка. Какая симпатичненькая. Обалдеть. Так, я магнат мышей. Вот из этой мусорки сыпятся... Нет, получается, я магнат не мышей, а мусорных баков, ребята. Я закупаюсь мусорными баками, из которых у меня производятся мусорные мыши, которые я отдаю в мойку, и они отмываются и приносят мне деньги. Да, очень забавно. И за $200 апгрейд. Теперь мыши моются еще быстрее. Собираем. Собираем и сдаем. Пускай моются, у меня $100. Сколько следующая мышка? 120, 140, 160, 180. Отлично. Есть. Следующая 140 будет. Да, ребят, это очень прикольненький тайкун. Я произвожу животных, которые сдаю на мойку. Смотрите того чувака, какая многоэтажная мусорная ферма. Да, это мусорная ферма, я уже точно сообразил. Тарань. Суперски. Мусорная ферма, производит мусорных мышей. Сдаем сюда. Гениально. И теперь что-то будет новое за $160. Тынц. Пойдемте посмотрим. Это что такое? Это красные какие-то колбаски. Это что? Наверное, вот это уже какая-то кошка. Возможно. Так, собрал все. У меня вон кран простаивает. Сюда закидываю все. Пускай моется. У меня $200. Отлично. Сейчас еще пускай моется. И пойду куплю вон ту штуку, чтобы длинных кошек было больше. 180 и 200. Сразу, ребят, сразу купил и то, и то. Следующая 200, 225. Слушайте, мне кажется, я сейчас начну гораздо быстрее все это производить. Да, ну вот до этих пор, потому что там уже тысячами начнется идти. Собираю весь этот мусорный животных, короче. Закидываю в мойку. Опять собираю. Опять в мойку. Так, деньги у меня стали очень быстро идти. Так, поехали. 200. 225. Сейчас что-то новенькое появится, друзья. Что-то новенькое. Сейчас посмотрим. Что я не могу подпрыгнуть. Так, собираю все вот это. А, видели? Вот. Вот это вот новенькое. Что-то коричневенькое, непонятное. Может, это все мыши. Все. Да, из мусорных баков же не могут вываливаться кошки. Получается, это все крысы разных пород. О, у меня бак уже все перемыл. Все перемыл. Пускай моет еще. Сразу так много денег идет. 250. 300. Ребятки, сейчас будет что-то новенькое. Давайте узнаем, что же там будет. Сейчас я отдам мышей на мойку. Ух, отдал. Смотрим. Вот, кругленькая мышь. Смотрите, кругленькая мышь появилась. Прикольно, прикольно. И у меня уже 3 этажа. Моя ферма по производству грызунов уже вон. Столько этажей. Обалдеть. Так. И покупаем 350 и 400. А следующая 500 будет стоить. Вот, 500. Новая. Что это? Что это? Сейчас посмотрим. Какой вид мыши теперь еще будет. Ждем. Сейчас начнет вываливаться. Где новый вид мышей? Не понимаю. Кран пустой. Надо закинуть сюда. Мойся. Вот она. Вот. Это сырная мышь. Сырная мышь. Любопытно. Сдал. Так, 750. И потом следующая за 1000. Собираю всех мусорных мышей. Здесь тоже завалялись. Вот здесь собираю. Иду, сдаю. Замечательно, друзья, замечательно. Вы видели, я начинал совсем чуть-чуть. У меня ферма маленькая была. А теперь огромные идут. Вообще много денег уже. Смотрим, 1000, покупаем. И теперь за 1250 какая-то будет новая форма жизни. Все, и сейчас за 1250, ребятки, новая форма жизни. Ты-динц. Давайте посмотрим, что же это за новая форма жизни. Как она будет выглядеть. Так, был сыр.
Красный сыр, ребята, это пицца. Мышь-пицца. Прикольненько. Так, кран все перемыл, денег нет. Вот теперь будут новые эти деньги. Собираю, собираю, собираю. Закидываю в мойку. И мне теперь нужно закупить вот это все. 1500. Следующая 1750. Ой, сколько же у меня мышей производится. Ого. Не успеваю собирать, как новые приходят. Но вот эта мойка, конечно, сильная. Она столько мышей уже помыла. Собираю. Сдаю. И иду покупать следующую точечку. Вот она. Дышь, 1750. А это уже стоит 2000. Новый, новый вид, ребята. Сейчас я сдам вот это все. Вот это вот огромное количество. Все, сдал. Давайте смотреть, что за нам. Вот. Это какие-то осьминоги. Вот, осьминожные какие-то. А, нет, это не то. Так, пицца, пицца. Где новый вид? Пытаюсь увидеть. Ребят, вы видите? Видите новый вид мыши? Я пока нет. Так, пойду сдам. А то деньги не идут. А без денег тут очень плохо. Ага, у меня уже 3500 денег. Пойдемте купим еще одну. Тогда будет понятно, что падает. Когда их будет несколько падать. Вот третья. Тадам, все. Смотрим. Так, сдам только сначала. Так, какой новый вид? Пицца, пицца была, сыр была, пицца была. А, вот серенькая пицца, ребятки. Не обычная красная, а другая такая. Не свежая пицца, можно сказать. Хорошо. Сдадим. И надо сделать апгрейд точки за 1000. Следующий апгрейд за 5000. Моется вообще, видите, с какой скоростью теперь моется. Эх, был бы автоматический сбор. Было бы круто. Все, сдал. У меня 8000, ребят, новый вид. 3500. 4. Следующий 4500 будет. Сдаю. Вот она, здоровая, смотрите, вот. Здоровая такая, коричневая. Коричневая, у нее какая-то там ложечка. Это мышь, которая кушает уже. С ложечки. Умная мышь, короче, назовем ее. Все сдаем. И покупаем последнюю точку вот этого. 4500. Все, друзья, на сегодня все. Если хотите продолжение, ставьте лайк, напишите в комментариях. Папа, дострой мусорную ферму до конца, и я дострою. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.